В этом видеоуроке я покажу еще один секрет, как попасть в дом Райдера. Итак, если вы хотите идти через улицу как-то попасть, то я сразу говорю, вы туда не попадете, вы лишь попадете в текстуры и все, но в дом вы никак не попадете. Тут надо через дом СиДжея. Итак, теперь. Как попасть в дом Райдера? Для начала заходим в дом СиДжея. И вот здесь есть специальная дверь, вот она. И вот через нее мы и будем туда заходить. Итак, и для этого вам еще понадобится мод Сабейт. Я оставлю ссылку под видео. Итак, вот, подключаем его цифрой F12. Вот. Нажимаем правый shift. Итак, теперь мы можем зайти через эту дверь. Пройти сквозь нее. Итак, вот. Заходим. Как видите, здесь стрелка есть. Подходим к ней. Нажимаем снова правый shift. И вдруг вы заходите в дом Райдера. Но предупреждаю, видите, здесь очень темно, ничего не видно. Для того, чтобы тут все было хорошо, нужно отрегулировать правильно яркость. Сейчас мы это и сделаем. Вот яркость, пополняем ее на самую высокую. Так, как видите, здесь все появилось. Но если вы хотите выйти отсюда, вы уже никак не выйдете, я вам сразу предупреждаю. Это уже никак отсюда не выйти. Так, вот здесь ванна. Но я не буду так тут ходить по дому. Сами все посмотрите. Я лишь только так, в общем, покажу, как у него тут все. Так, вот как видите, я не могу отсюда выйти. Так, а это куда я попал? А, вот я вышел опять через стену. Так, сейчас попробуем. Как видите, даже через мод Сабейт не получается выйти. Всем пока. Подписываемся на мой канал.